Французский бульвар начинает озеленяться. Теперь на месте поломанных деревьев будут расти новые. На французском бульваре участник общественного движения «Зеленый лист» Владислав Болинский совместно с организацией «Уличный фронт» провели восстановительное озеленение, где еще недавно газон пытались превращать в парковку. В Одессе острой проблемой является массовая вырубка зеленых насаждений, и этот район не исключение. Более того, именно здесь за зиму пострадало огромное количество деревьев, которые нуждались в регулярном уходе. Общественники вскопали землю и подрезали большую часть деревьев, и теперь на месте поломанных за зимний период высадили 14 новых саженцев. Благодаря таким организациям Одесса преобразится и станет хоть чуточку зеленее и чище. А все желающие одесситы могут подключаться к подобным акциям и помогать экологам преображать наш город.